Здравствуйте, товарищи! Мы играем в Эйфлорио. В прошлом видео мы завершили основную сюжетную кампанию. И здесь есть еще какие-то скримиш аренас. Возможно, это какие-то одиночные миссии, которых 8 штук. Давайте посмотрим на первую. Бинарные гиганты называется. Так, защищай свой начальный астероид, завоюй остальные гиганты в этой системе. Что-то там вот внизу только большое виднеется, совсем краешком. Остальные так, по сравнению с моим начальным гигантами-то особо не назвать. 4 дерева на нем, возможно, 3 уже посажено. Сажаем еще одно. И сразу цветок. Да и второй. Не знаю, к чему нас тут по сложности готовят таким образом. Давайте отправлять разведывательные миссии к другим астероидам. Здесь пусто. Да. Тогда лети домой. Так, а чё он домой не хочет лететь? Здесь тоже пусто. Гляньте, везде пусто, только здесь вражины. Так, почему и... Оно не может вернуться у меня назад. Ты 7 очков вернись назад, пожалуйста. Не хочет. Везде вражина. Ладно, давайте попробуем агрессивно, что ли, поиграть. Да. А где тут еще за битвы происходят? Есть какие-то баталии, да? Так, семечко, вернись уже обратно. Ты тоже, наверное. Вот почему я вот с этого астероида семечко не могу отправить? Послать сюда. Нету кнопки ОК. Очень странно. Очень странно, странно очень. Ладно. Так. Ну шо? Давайте дальше агрессировать. Так, я цветок сюда отправлял. И где он, спрашивается?
и абсолютно четко отправлял сюда цветок. Что-то я нихера не понимаю здесь, что происходит. А, цветок где-то здесь, говорят, а, да, он так тут и кружит. Так, вот еще раз, почему он не летит сюда? Я нажимаю ОК, он не летит. Ну, допустим, ты не достаешь. А, я, кажется, понял. Смотрите. Вот этот астероид достает до вот этих вот остальных, но этот астероид, они до большого не достают. То есть у них сейчас вообще нет возможности пролететь к большому. Только, возможно, через вот этот вот астероид я могу перебросить. Такая вот подстава. Теперь я понял, в чем дело. Значит, все логично. Так, ну а сейчас в чем дело? Так, где тут цветок сейчас этот, черт подери? Меня что-то все бесит уже. А вот он. Ладно, давайте этот астероид формально захватим. Формально. Формально. Ой, боже ж ты мой, цветок. Что же за приключение-то у нас с тобой? Наконец-то его отправил на большой. Так, тем временем мы тут что-то потеряли. Или мне показалось? Ага, вот опять же, я их с маленького отправил на этот, но маленький до него не достает. И нужно лететь в обход. Что тут по цветам у нас дальше? Нихера себе, тут атака какая. Thank you.
вопросу о... Да. К вопросу о... У нас тут лазер вырос. Тем временем. Ладно, давайте дальше сажать. Вы тут справляетесь, красавчики. Ну что, все тихо более-менее. Почти. Ну да, блин, полетели опять через подъезд. Так, а до этого никто не достанется. Что-то меня эти запарили. Контратака. Контратака. Thank you.
Контратаку мы пресекаем. По цветам голяк. У нас тут красные еще очнулись. Баталии. Баталии идут. Все-таки успели отжать. Суки. О, я отжал все-таки этот спутник, да? Как бы у нас его сейчас обратно не забрали. Давайте его снова обратно забирать. Хорошо. Синие охерели под конец. Что у меня с отжимом этого спутника обратно, я не понял. Астероида, вернее. Да.
Видите, сразу контратака. Периодически у меня отжимают. Ебать, тут контратака какая дальше идет. И тут контратаки везде. Со всех сторон. Так, а этот когда отжать успели опять? Так, ну чё, надо синими заняться по полной. Но это и не вовремя начал деревья сажать. Да. Держитесь тут, ёб вашу мать. Так, здесь же, да. Тут мы баталию-то проиграем. Нихера тут у них армия. Армия пошла в атаку. Дальше в контратаку. Да, я тут проигрываю, похоже. Эту битву. Thank you.
Тем временем красные активизировались. Успех. Держитесь, ёб вашу мать. Да, сучары. Контратака, просто атака. Хорошо. Хорошо. Так, что тут происходит? Уже ничего, да? Thank you.
Блять, красные, да вас еще не хватало тут. Хорошо. Улучшаемся потихоньку. Да, тяжело. Я думал, тут улучшений вообще никаких я не делал. А тут энергия улучшалась, да? Тут все, да? Что тут за атака? А, тут тоже энергия улучшалась. Черт подери. Я думал, сейчас силу тут вкачаю на максимум. А оно уже и не надо. Везде уже что-то раскачивал. Вот здесь не вкачано, да? Это я, блядь, не вовремя. Как всегда.
Так, ёптить. Двигаться пора куда-нибудь. Так, куда ты летишь? Чёрт. Хорошо. Так, тут недопрокачано. Это какой-то всатый астероид по параметрам. Блин. Как-то быстро. А что с этим деревом? Почему оно лысое? Это как? Почему дерево лысое? Хер его знает, почему оно лысое, да? Не, ну вы видали? Лысое дерево. Причем оно защитное, раз тут лазер растет. Где его колючки вот такие? Thank you.
Сейчас мы тут выиграем. Теперь это уже понятно. Кстати, я вот этот здоровый-то прокачал. Херушки. Самое главное, это не прокачал. Где прокачка-то идет? А вот здесь. Жертвуем семенами. Все. Красные тут остались. Что тут за контратаки у нас? Последний бой. Пошло проникновение. Жирный астероид. Все. Гиганты наши. Ты победитель. Так, одна есть. Ну что, довольно длинные уровни. Тогда
получается, по видео на каждое, если они такие же будут. Ну, что-то да, на сегодня все. Спасибо за просмотр.